когда в пути душа утомляется. Кончается источник мира, радости и добра. Спешу я в церковь, день не кончается источник мира, радости и добра. Под звуки псалмов общего пения сердцем до слез, через проповедников откровения, души касается нежно сам Христос, через проповедников откровения, души касается нежно сам. Если в сердце боль затаилась, то огорченный ранен стрелой, кровью Христа из ран, что струилась, я исцелен и счастлив иду домой. Кровью Христа спасение в день этот памятный, и вместе с нами